Фильм «Против наркотиков» про Терри Александр Новопашин за одну ночь написал сценарий фильма «Меня это не касается». Съемки длились 3 месяца. Это очень короткий срок для художественного кино. Премьерный показ состоялся в Кемерове в Доме кино «Москва». На встречу были приглашены школьники и студенты. Все актеры и создатели фильма работали бесплатно, как говорится, за идею. Смысл фильма в том, чтобы ненавязчиво и при том в интересной форме донести всем как бы ясно, что наркотики это плохо, но что именно толкает современного человека, современного молодого человека к вот этой проблеме, то есть это, ну, обычно духовная опустошенность, какая-то подмена ценностей,